Ребята, всем добрый вечер. Начинаем репортаж. Да. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Олег. Все те же на манеже. Так, значит, сегодня, да, сегодня у нашего друга 55 лет. Я приехал. Смотрите, ведро мяса, свинина. Украинская белая свинья, ведро мяса. Замоченное. 55 лет отмечаем. Нашему лучшему другу. В бане. Сколько народу? 14 человек. 14 человек. Ведро мяса. Свинина. Без костей. Мякоть. Там есть немножко? Есть немножко, да? Конечно. Угу. Да. 7 килограмм. Потому что я буду чередовать, ребята, видео. Ну, потому что то голуби надоели, то теперь Египет надоел. Сейчас мы в бане у Геннадия Христина. Отмечаем день рождения Виктору, тоже бывший голубятник, недавно перевел голубей, я у него когда-то всех голубей купил, всех, и он с тех пор не держит. Так, ребята, смотрите, сейчас мы начинаем процесс. Хорошо, сейчас позовем, потому что я... Снимаю. Хотим весь процесс показать. Нашли мальчика. Мальчика для это самое, для помощи молодого. И будет помогать. Будет помогать. Молодежь. Молодежь помогает. Немножко. Да. Итак, ребята, процесс пошел. Мясо жарится очень быстро на Везувии. Мясо вижу хорошее. Вижу филейка. Самое лучшее как бы мяско в свинье. Домашняя свинья, белая украинская. Я помню, что вы это дурацкие травины. Как мы помнишь, покупали и когда продавали, говорили молочком пойное. Молочком пойное, помнишь? Ты помнишь, как пошел у нас этот, как этот? Молочком пойное. Ага. Помнишь, как это было нюанс? Чуть драться не стали. У меня домашнее молочком пойно. Это каким молочком? Каким молочком ты поил? Что ты втираешь людям? Очень быстро жарится, ребята. 10-15 минут. Да. Способный мальчик у нас появился. Помощник. Кто скажет, что это девочка, пусть бросит меня камень. Помните слова Ильф и Петрова? 12 стульев. Да, 12 стульев. Как Остап. Киса Воробьянина говорит. А кто с тобой? Со мной мальчик. Со мной мальчик. Вот у нас это тоже мальчик. Так. Да. Кто скажет, что это девочка, пусть бросит меня камень. Была моя любимая книга. 12 стульев и персонаж любимый Остап Бендер. Так и остался для меня любимым персонажем. Раньше я эту книгу читал, ну, ребятам, да, даже вот так вот, ну, много нас собиралось. Пузачу покойному, Пузач был у меня босс такой. Босс, ну, сначала он был Пузач. Надо смотреть, да? Конечно. Хорошо, сейчас. Извините, извините, сейчас я буду смотреть уже, потому что нужно помогать. Одноэтажная Америка, не понимаю. Смотрите, ребята, вся площадь Афира Везувия покрыта мясом. Мясо столько, даже лука некуда положить. Но мы решили, раз площади нету, сейчас жарим одно мясо. Свинина отлично, смотрите, это такое мраморное мясо, видите? Олег сделал лучшие куски свиньи для своего друга Виктора и для всей компании, состоящей из... Сколько человек? 15 человек. Да, 15 человек. Ну, не считают мальчика, что нам помогает. Считаем. Мальчик уже закусывает. Мальчик уже закусывает, молодец. Не пропадет в пустыне. Или на Дальнем Севере.
Вот так происходит, ребята, процесс жарки. Ребята, все уже с этого. Себя могу показать, ребята, чтобы вы меня забыли. Посмотрите на Володю в белом халате. С шапкой перец. Перец. Помогаем, снимаем. И ждем. В животе, ребята, уже бурчит. Я думаю, слюнки у вас тоже потекли, как и у меня. Просим у мальчика, вкусное мясо? А он не мясо. Он лучок. Понятно. Маринованный лучок начал. Я думаю, вам нравится, да? Кому нравится, ставьте пальчик вверх. Вот так, смотрите. Там есть такой. Начните пальчик вверх. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. У Дробинина Владимира. Да. Уже осталось, ребята, немного. Буквально 10, максимум 15 минут. Жарится большая партия. Это экономно и хорошо, потому что, ну, если на вот этих вот тарелочках жарить на эту команду, знаете, на 15 человек. То есть, а тут мы раз с Олегом за 10 минут. И все готово. 10, максимум 15 минут. Крупные кусочки будут подольше лежать, 15, а тоненькие 10 минут. Олег мне говорил, я тонко порежу, а что-то ничего не тонко, нормально порезал. Да, нету щипчиков. Да, щипчиков нету. Олег уже два раза приносил щипчики. Два раза они уходят. И два раза они куда-то уходят. Большая команда сюда приходит иногда и кому-то они нужны. Смотрите, уже мясо подходит к концу. Сейчас лучок мы быстренько, он вообще быстренько раз-раз и все. Так что все уже там готовы. За столом ждут, ребята, дня рождения Виктору 55. Смотрите, как мясо превращается в лук. Да. Мясо... Много мяса. И стало много лук. Да. Превратилось в лук. А потом все это лук и мясо превратится, вы знаете, в что. Завтра. Да, у всех все, да. Вот видите, как материя меняется. Из одного состояния в другое. Мясо становится луком, лук становится этим. Да. Так. Вот видите, вот у нас мальчик и все, как бы, прожил немного, а все знает. Помощник у нас. Да, еще раз скажи, потому что камера была выключена. Ну вот, как-то так. Да, 15 минут, покажи. Красота. За 15 минут смотрите, какую красоту Олег сотворил. Ну, мы ему немножко помогали. Вот, свининка за 15 минут. Вот такая вот. А это как бы закусочка такая будет. Я люблю лук. Капусту. Лук с этим, да. И все, видите, все чистенько. И все ушла. Даже не полная бутылка. Да, немножко мы маслицем смазываем, потому что, ну, оно как бы это, ну. Так нужно, такой так процесс. Нужно. Да. И даже когда мы жарим на решетках, все равно мы мясо замачиваем немножко с постным маслом. Постное масло оставляем тут. Да. Итак, ребята, все, пойдемте снимать стол. Так. Пойдемте. Не дождутся, да, ребята? Так, ребята, всем добрый вечер. Все готово. Помощники там не нужны, иди. Владимир Николаевич, значит, просьба именинника не снимать. Хорошо. Не снимай меня. Да. Просто